Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердо и четко. Твердо и четко. Твердо и четко. Девальвация не будет. И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Это работа и контроль. Каждые сутки. И тут это бесконтрольно, конечно, работа не пойдет.